Добрый день. Прилетели в аэропорт Анталии. Ой, попали снова с зимы в лето. Температура 23 градуса. Сейчас ждем багаж. Вот тут duty free. Местные. Наши уже туристы с этого набрались, зашарились. Двое уже просто вышли, самолет в багаж не пошли получать, легли спать на этот. На лавочках в аэропорту, не знаю. Самое смешное будет, если они с нашего автобуса будут всех их ждать, как обычно. Вот интересно, у них эскалаторы. Они не постоянно едут, сейчас он устанавливается. Если ты идешь снизу, подходишь сюда, заходишь, включается. В общем, если снизу, то включается наверх работать, а сверху, если ты спускаешься вниз. И чтобы электроэнергия не тратилась, он выключается через какое-то определенное время, если никто не едет. Ну что там нету? Наташа? Рада? Ладно, ждите следующих видео. Сейчас поедем в отель.